Вот пьет же кто-то пиво из горла, да, и не парится совершенно при этом. А у нас тут, понимаешь, целая проблема с этим. Вот стоишь, так бывает, перед всем этим разнообразием, и вместо того, чтобы пиво пить, полчаса решаешь, из чего, из какой посуды. Вообще, конечно, когда речь идет о пивной посуде, всех любителей пива можно смело поделить ровно на два противоборствующих лагеря. По одну сторону баррикад расположились те, кто считает, что достаточно кружки, ну или там какого-нибудь простенького бокала, если очень хочется. На противоположной стороне собрались люди, считающие, что каждой разновидности пива положено свое стекло. Я больше отношусь ко второй группе. Первые при этом считают вторых жертвами маркетологов, естественно. Те в ответ всячески пытаются доказать, что нет, на самом деле во всем этом разнообразии есть совершенно понятный и объяснимый смысл. Кто из нас прав, не столь важно на самом деле, потому что главное, чтобы люди из той и с другой точки зрения получали от пива удовольствие. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Александр Савицкий, вы на канале «Просто про пиво». И это вторая часть видео о том, какая именно пивная посуда помогает это удовольствие от пива получить. В прошлый раз, если помните, я рассказывал о самых базовых, самых простых, самых таких доступных разновидностях пивной посуды. Это были разного толка пинтовые стаканы, это были кружки самых разных мастей, это был Вайцен для пшеничного пива, а также снифтер и тулипы нескольких форм и размеров. Сегодня речь пойдет о чуть менее распространенном, но при этом чуть более своеобразном пивном стекле, который и в продаже встречается чуть пореже, и стоит чуть подороже, и предназначается для пива, скажем так, чуть более специфического, которое зачастую требует к себе особого отношения. У меня на столе представители 8 разных форматов, вернее 7 разных форматов. Каждый из них имеет свои особенности, свое предназначение, в некоторых случаях даже некий интересный, ну, что называется, бэкграунд. Поехали по порядку. Начну с бокалов, которые для многих, можно сказать, олицетворяют собой бельгийское пиво. Это чаша и кубок. С одной стороны, это достаточно схожие внешне по характеристикам и по назначению бокалы. С другой стороны, между ними есть некоторые отличия. Чаши, вот у меня здесь две штуки на столе стоят, это, как правило, достаточно массивные такие сосуды с относительно толстыми стенками, толстой ножкой и нередко всевозможными украшениями. Например, вот как в случае с этой чашей Латрап, с такой вот деликатной золотистой каймой. Также для чаш обычно характерна более угловатая форма по сравнению с кубками. Угловатая форма вот этой верхней части, да, чем-то напоминающая такую миску, что ли. Кроме того, у современных чаш нередко встречается одна незаметная, но очень интересная особенность. Это специальное травление внутри, на дне. Оно может быть выполнено в виде логотипа, как в данном случае вот логотип тропистов, в виде какой-то геометрической фигуры, чего угодно абсолютно на самом деле, потому что форма здесь совершенно не важна. В любом случае это травление работает как центр нуклеации, то есть место активного зарождения и отрыва пузырьков газа, которые в свою очередь будут способствовать формированию хорошей пенной шапки. Впрочем, чаша вполне может и не иметь всех этих украшений и травлений, может выглядеть вот так, совершенно по-простому, но при этом сохранять какие-то свои базовые характеристики. Толстую ножку, широкое основание, толстые стенки и широкую верхнюю часть. Пивные кубки, в отличие вот от таких пивных чаш, имеют, как правило, более утонченную ножку, более тонкие стенки, в целом более такой деликатный вид. При этом верхняя часть обычно имеет скругленную форму. Иногда чуть вытянутую, иногда шарообразную. В общем, кубки по формату очень близки к тулипам и снифтерам, как, собственно, и чаши. И своей формой напоминают больше винные бокалы. Вообще, надо сказать, что погоня бельгийских производителей пива за оригинальностью внешности фирменной своей посуды привела к появлению бокалов, которые вообще бывает трудно отнести к какой-то строго определенной разновидности. Нередко такие бокалы сочетают в себе признаки и чаши, и кубка, и там черт знает чего еще. Что на самом деле не влияет ни на что, потому что это все преимущественно эстетические нюансы. С точки зрения функциональности оба вида практически одинаковые. Вот широкое основание и общая массивность дают таким бокалам устойчивость, а характерная верхняя часть, широкая, вот с большим таким радиусом, да, не только позволяет удерживать и демонстрировать мощную пенную шапку, но и дает возможность делать большие глотки. Единственная существенная разница заключается в форме самой верхней части бокала. Она может быть открытой, как вот здесь,
она может быть сужающейся, как в данном случае. То есть, что называется, фокусирующей. В этом случае ароматы будут концентрироваться чуть сильнее, что, опять же, учитывая большой размер вот этого отверстия, кардинально на восприятие вкуса будет влиять далеко не всегда. И, кстати, обратите внимание на расположение, обозначающее объем риски на бокале. На таких бокалах она находится значительно ниже края, примерно там, на 2-2,5 сантиметра, потому что для многих стилей пива, которые обычно употребляются вот с такой посуды, характерна мощная пенная шапка, которая после налива в бокал обязательно должна присутствовать. Что принято пить из таких бокалов? Чаш и кубков. В целом так уж получилось, что обе разновидности используются по большому счету для одних и тех же стилей пива. В первую очередь, конечно же, для традиционных бельгийских элей. Это дубели, это трипели, это квадрупели. Прочие какие-то крепкие стили, для которых характерна мощная такая солодовая составляющая, да? То есть это помимо названного могут быть и боки, и барлевайны, и даже простые крепкие лагеры, собственно, почему нет. Кроме того, из таких бокалов прекрасно пьются всевозможные кислые эли, сезаны, берлинер вайсы и прочие подобные стили. Но подчеркну, что в вариации таких бокалов с сужающейся верхней частью лучше наливать то пиво, для которого характерна не очень сильная карбонизация и, как следствие, более тонкие ароматы, потому что сужение поможет эти относительно слабые ароматы усилить. В целом же оба варианта, во-первых, взаимозаменяемы, во-вторых, если у вас нет ни одного из подобных, то вместо них можно смело взять снифтер или там, даже тулип, о которых я уже, опять же, рассказывал в прошлой части. Еще один вид пивной посуды, который часто используется для многих бельгийских стилей пива, это, как ни странно, большой винный бокал. Вот, например, у марки Бургунь де Фландер есть вот такие замечательные фирменные бокальчики, которые большинство наверняка примет за обычные винные. Функции тут ровно те же, что и у чаши, и у кубка. Разница исключительно во внешности и удобстве использования. То есть, вот с одной стороны, здесь мы получаем очень такую красивую, изящную форму, тонкое стекло, утонченную ножку. С другой, ну, понятно, такие бокалы несколько менее надежны. Функционально ровно та же история, что с упомянутыми выше бокалами, то есть кубком и чашей. Широкая вот эта верхняя часть чаша обеспечивает большую площадь для пенной шапки. Сужение кверху с одной стороны чуть гасит пену, с другой концентрирует ароматы. Ну и, кстати, как и в случае с кубками и чашами, подобные бокалы не наполняются пивом доверху. Вот, скажем, на полулитровом бокале соответствующая рисочка находится очень далеко от края, так как остальное место предназначено, зарезервировано, скажем так, для пенной шапки. Что касается стилей пива, которые принято пить из такой посуды, то это отчасти тот же список, что и в случае с чашами и кубками. То есть это крепкие бельгийские эли, плюс барлевайны, плюс зимнее там, пряное пиво какое-нибудь и так называемые имперские версии тех или иных стилей. К слову, искать подобные фирменные бокалы большого смысла, наверное, не имеет, потому что, например, вот вместо таких бокалов Бургунь де Фландер можно взять любой винный бокал подобной шарообразной формы. Они обычно, кстати, так и называются – бургундия. Да, раз уж заговорили о винной посуде, было бы странно не упомянуть еще один бокал, который у большинства вообще не ассоциируется с пивом, хотя на самом деле довольно активно используется с некоторыми пивными стилями современными. Это так называемый флют, ну или, проще говоря, бокал для шампанского и игристых вин. В чем его особенности? Ну, во-первых, вот эта узкая и высокая верхняя часть дает возможность рассмотреть цвет и оценить карбонизацию налитого пива. Во-вторых, благодаря такой форме напиток не будет слишком быстро терять растворенный в нем углекислый газ, но в то же время даст возможность раскрыться пиву своими ароматами. Форма при этом может быть разной, цилиндрическая, как здесь, это может быть конус, вот такой, это может быть что-то тюльпанообразное, что угодно. Единственный недостаток такой формы заключается в том, что узкая верхняя часть будет заставлять слегка запрокидывать голову каждый раз, когда захочется сделать глоток. В остальном это очень изящный, очень приятный в использовании бокал. Специальные, кстати, пивные его версии иногда имеют чуть укороченную ножку. Но с этим можно не заморачиваться, взять обычный бокал для шампанского, вот, например, как этот. Что можно налить в такой флют?
Несмотря на внешнюю изысканность, такую утонченность этого бокала, из него рекомендуется пить даже довольно простые виды пива, например, обыкновенный пилснер. В таком стекле он может даже, кстати, немного по-новому для вас раскрыться, особенно если до этого вы всегда пили пилснеры, ну или там лагеры из обыкновенной кружки или там какого-то простого стакана. Из более специфических стилей таким флютам идеально подходят ламбики, дикие эли, гёзы и всевозможные разновидности пива с сильной карбонизацией. Я бы даже сказал так, вот если бутылка закупорена корковой пробкой, бутылка с пивом, то с очень большой вероятностью это пиво можно и нужно пить вот именно из таких флютов. Ну и отдельно стоит сказать, что из такого стекла отлично пьются айсбоки и хорошо выбраженное такое сухое пиво. Например, тот же Brut IPA, который, кстати, сейчас приобретает большую популярность. Ну и в продолжение темы пивной посуды на ножке, да, знаменитый, известный всем бокал Теку. Бокал, который за полтора десятилетия стал, пожалуй, самым популярным и почитаемым видом пивного стекла среди там, большинства пивных энтузиастов. Появился он в 2006 году благодаря усилиям известного производителя бокалов компании Растал и двух пивных специалистов из Италии, родоначальника итальянского крафта, он же основатель знаменитой итальянской пивоварни «Баладин», зовут его Тео Муссо, и итальянского же пивного сомелье Лоренцо Дабове, известного под псевдонимом Куаско. Собственно, первые буквы имен Тео и Куаско дали название этому прекрасному, замечательному бокалу – Теку. Формально данный бокал основан на форме классического тулипа, то есть узкое основание, затем расширение и кверху снова сужение. Однако в данном случае авторы дизайна сделали вот эти вот переходы чуть более грубыми, чуть более угловатыми, а во-вторых, добавили длинную ножку, да, чтобы пиво в бокале не согревалось от тепла рук и выглядело более изящно. И самое главное, они изменили верхнюю часть, немножко вывернув ее наружу. С одной стороны, такая форма кромки не дает бокалу врезаться в нос во время свершения глотка, а с другой позволяет распространяться ароматом, который вот концентрируется в этой сужающейся части. В общем, получился этакий современный гибрид винного бокала и пивного тулипа. Изначально, правда, он выпускался только для собственных баров Тео Муссо и брендировался, соответственно, логотипом его пивоварни «Баладин». Вот у меня как раз именно такая версия. Со временем бокал получил очень большую популярность и стал выпускаться повсеместно. Сейчас встречается в очень многих крафтовых барах по всему миру, в том числе в России. И вместе с тем, кстати, является официальным дегустационным бокалом на многих пивных соревнованиях. Теку, кстати говоря, на данный момент пережил уже несколько модернизаций и какое-то бесчисленное количество подражаний. Так что сейчас можно найти в продаже разные версии этого бокала. Вот у меня две, немножко разные. Стоит он, правда, довольно недешево, особенно если это родной расталовский вариант. Цена примерно начинается, наверное, где-то от 500 рублей и идет выше. Вот чем хорош Теку, помимо того, что он, на мой взгляд, очень красив и изящен сам по себе, да, так это своей универсальностью. Учитывая форму чаши и наличие ножки, из него можно пить вообще практически любое пиво. От всевозможных крафтовых извращений до специфических классических стилей. То есть это могут быть и IPA самых разных мастей, и всевозможные бельгийские сорта, и имперцы, и портеры со стаутами, вообще все что угодно. Даже вплоть до лагеров, если вам очень сильно захочется. Единственное, что нужно учитывать, если вы наливаете в теку очень крепкие сорта с мощной ароматикой, это то, что ароматы эти, скорее всего, будут очень сильно концентрироваться и бить в нос с соответствующей силой. Вообще есть мнение, я его в целом разделяю, что если и существует вообще в мире пивной бокал, которым можно худо-бедно заменить вообще все остальные, то это вот он. Красивый, изящный, во всех отношениях прекрасный Теку. Разумеется, столь удачный опыт итальянцев привел к тому, что на рынке несколько лет спустя появились еще несколько специальных бокалов для пива, которые со временем также стали, ну, по-своему культовыми. Это Craft Master One и бокал с емким и говорящим названием IPA. Оба они имеют схожую форму, работают, так скажем, практически одинаково, но выпущены были в разное время и разными компаниями. Вот этот бокал с такой своеобразной формой основания был выпущен в 2013 году легендарной немецкой компанией Spiegelau.
Многие из вас, я думаю, ее знают. Ну, естественно, выпущен он был не в одно лицо, как говорится, да, опять же, в рамках коллаборации. Однако, если в случае с Теку к работе были привлечены итальянцы, то вот этот бокал был придуман в сотрудничестве с известными американскими пивоварнями. Dogfish Head и Sierra Nevada, которые считаются пионерами современных американских охмеленных элей. Сами создатели при этом утверждают, что вот к такой форме своеобразной они пришли путем множества проб и ошибок, там, кучи слепых и открытых дегустаций и спустя аж несколько сотен итераций дизайна. Что же, собственно, до дизайна, то он обусловлен напитком, который из этого бокала пьется. Вот это ребристое основание способствует активному высвобождению аромата за счет постоянного обновления пены каждый раз, когда мы наклоняем бокал для глотка. Вот эта сужающаяся, да, фокусирующая часть, она аромат этот высвобождающийся, соответственно, фокусирует и направляет. Бокал, кстати, очень качественный, все-таки это Шпигелау, выполнен из очень хорошего тонкого стекла. И несмотря на кажущуюся массивность, на самом деле неожиданно, я бы даже сказал, удивляюще легкий. Хотя при этом, кстати, достаточно крепкий. Теперь перейдем к другому аналогичному бокалу производства компании Rastal. Той же самой, что, собственно, сделала вместе с итальянцами Теку. Он, повторюсь, имеет схожую форму, с тем лишь исключением, что основание здесь лишено вот этих характерных ребер. И верхняя часть снабжена слегка вывернутой наружу каймой. Почти как у вышеупомянутого Теку. Ну и плюс есть разница вот в этих переходах, да, которые в данном случае выполнены в более такой современной, опять же, аналогичной Теку манере. Что можно пить из этих бокалов? Несмотря на то, что изначально они были задуманы как емкости для охмеленных элей, то есть в основном IPA, из них можно пить, естественно, и другие сорта. Это могут быть не только ипы всех видов и расцветок, но и любые другие ароматные охмеленные стили. Впрочем, знаете, если вы нальете сюда лагерь или там стаут, то никто вас в грехе не обвинит. У Шпигелау, кстати, есть похожий бокал, но предназначенный уже для конкретно стаутов. Отличается он вот от этого IPA достаточно незначительно, ровными стенками, ну, как здесь, и более широкой вот этой вот нижней частью основания. Ну и напоследок, наверное, самый простой, но при этом самый мой любимый из всех сегодняшних бокалов. Традиционный немецкий штанге. С немецкого языка название этого бокала штанге переводится как столб или стержень, что, очевидно, отражено в форме, которая повторяет собой некий такой идеальный цилиндр. Это очень простая по форме посуда, отличающаяся толстым дном, сравнительно большой высотой. И очень-очень тоненькими стеночками. Как и в случае с бокалами для пилснеров и всяческих высоко карбонизированных сортов, формат штанги нацелен в первую очередь на демонстрацию чистоты, прозрачности, да, налитого пива, карбонизации. И рассчитан также на удержание небольшой пенной шапки. Ну и, естественно, на довольно быстрое употребление содержимого. Дело в том, что вместимость традиционного штанги вот такого составляет от 100 до 200 мл. Столь малый объем обусловлен тем, что подающийся в таких бокалах пиво обычно пьется очень быстро, чуть ли не залпом. Причем после каждой выпитой порции официант в кёльне, в данном случае, да, поскольку это кёльш, обычно сразу приносит новую. Есть, впрочем, версии штанги большего объема, но они уже считаются более современными, то есть, скажем так, не совсем традиционными. Вот, например, как этот бокал. Здесь 400 мл, не считая объема, отведенного под пенную шапку. Что пьем из штанги? Несмотря на простую форму и условную универсальность, штанги в первую очередь предназначены для двух типичных германских, близких географически, но так исторически сложилось, противопоставленных друг другу стилей пива. Это кёльш из города Кёльн и альтбир из расположенного неподалеку Дюссельдорфа. В данном случае у меня здесь бокал именно для кёльшей, но посуда для альтбира выглядит абсолютно так же, за тем лишь маленьким исключением, что она самую чуточку пошире, вот прям совсем чуть-чуть. Кроме того, из штанги пьют в немецком же стиле Гозе пиво, которое сейчас, кстати, получило популярность большую благодаря томатным версиям, а также Рогенбиры, то есть ржановое пиво, и Раухбиры, то есть копченые немецкие сорта. Ну и поскольку стаканчик этот работает в первую очередь на экстерьер налитого пива, да, и не очень заточен под сильно ароматные и сложные стили, его смело можно использовать для пилснеров, лагеров и прочих аналогичных стилей. Почему бы и нет?
Заменить такие штанги можно стаканами типа Highball и Collins, которые очень популярны в коктейльных барах. Кстати, единственное, что вы в этом случае потеряете, это очень тонкие стенки, поскольку коктейльные версии вот такой аналогичной посуды, особенно недорогие вариации, как правило, делаются из относительно толстого стекла. Это не то чтобы очень плохо, но ощущение от контакта с пивом во время глотка будет все-таки немножко другое. Конечно, довольно наивно было бы утверждать, что каждый отдельно взятый пивной бокал, в том числе и из представленных сегодня, это под завязку, наполненная смыслом и там, функциональностью вещь, которая никоим образом при этом не является продуктом ушлых маркетологов. Пивная посуда, как и, собственно, само пиво, точно так же является товаром, который будет продаваться тем лучше, чем в более красивую легенду этот товар будет обернут. Иногда, к сожалению, за такой легендой скрывается довольно посредственная сущность, которая, ну, в лучшем случае может похвастать разве что оригинальной внешностью. Хорошим примером тут может служить фирменный бокал для пива «Квак». Крайне неудобный, практически бестолковый, но зато очень оригинальный, красивый и упакованный в красивую историю. Дескать, был такой там трактирщик по имени Пауэлл Квак, который придумал бокал особой формы, вот эта вот колба такая, да, с шарообразным основанием, чтобы кучеры-почтальоны могли брать его с собой и закреплять на повозке. Ну, может быть. С другой стороны, существует посуда для пива, которая пусть и сопровождается даже какой-то маркетинговой мишурой, все равно является собой предмет не только красивый, но и в должной степени функциональный. Посуда, из которой просто приятно и удобно пить любимое пиво, вне зависимости от того, в каком стиле оно сварено и сколько оно стоит. И именно о таких бокалах, собственно, я вам сегодня постарался рассказать. Это чаша и кубок, это большой винный бокал, это флют, это оригинальные теку, Craftmaster One и IPA, и мой любимый штанги. Все эти бокалы, а также кружки, пинтовые стаканы, бокалы для лагеров и пшеничек, тулипы, снифтеры, о которых я рассказывал в первой части видео. Все это образует собой этакий ультимативный, ну, по-русски говоря, исчерпывающий набор пивной посуды, за пределами которого остаются, ну, разве что очень специфические какие-то или чисто декоративные бокалы, которым, впрочем, вполне возможно будет посвящена третья часть видео про пивную посуду. Но до этого надо еще дожить. А пока спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в этот чертов колокол, оставляйте комментарии и, главное, пейте хорошее пиво из хорошей, красивой посуды. И получайте удовольствие. Счастливо!